Добрый день, мои дорогие друзья. Надо готовить есть. Было у меня кусочек курицы. И поставила, я думаю, надо сварить супчика какого-нибудь легенького. Там Лена пришла, вон там ее рука видна. Она за мазей сделала салат, помидоры с огурцами. Я ей подогрела спагетти с яичницей. Вот. А сама сейчас пожарю лук и пожарю морковку. Морковка у меня уже натертая. Не знаю, какой суп варить. Сделаю, наверное, такой легенький просто. Вот даже думаю, картошку или макарошки. В смысле, такие. Спагетти, короче, порезать меленько. Ну, сейчас лучок поставлю. Обычно я забрасываю лук так просто, сырой. Сырой и белый. Но сегодня я решила немножечко это обжарить. Так как занималась полдня уборкой, ничего не наготовила, а помылась, пошла обсыхать у телевизора, а тут Аришка звонит, говорит: ой, Лен, достань масло, пожалуйста, а? Достань мне масло, а то я ж забыла, я ж помыла сковороду. Спасибо. Вот. И что-то мне хочется, чтобы супчик был такой легенький, желтенький, чтобы он был красивенький. Поэтому я решила, что мне надо лук и морковку обжарить немножко. Ой, сегодня хорошая-хорошая погода. Прекрасная. Лена говорит, сидела дома, посмотрела, что хорошая погода. Надо ловить, говорит, такую погоду. А то скоро придут холода, морозы, и будем сидеть дома. И вчера дождь какой. А у нас такого особенного не было здесь дождя. У нас такой моросил с самого утра. Ну, моросил немножко так. Лук он бросала. Лук он бросала на пол. Вот. А я еще пошла позавчера. Пошла обрезать розы. Замерзла. Ну, как-то посмотрела, что вроде дождик такой маленький. Думаю, надо розы обрезать. Они у меня вымахали, длиннющие такие. Итак, мои подписчики или проходящие мимо говорят, что я ленивая, даже розы не могу убрать. Вот, думаю, пойду я их обрежу. Так вот, мешки, которые стоят у меня тут, розы эти, все собрала в мешок. Надо будет, мусорка будет сдать все в мусорку это. Вот, так что вот так вот жарим лучок. И морковка. Как хорошо, что я морковки заготовила. Ничего не надо делать, просто кусочек отрезать. Вот, так что сварим сейчас супчик. Пока это все зажарится, там как раз моя курочка, пенку снимем, туда забросим, а потом подумаю. Нет, не буду я не буду эту самую точно картошку сюда ложить. Что-то мне не хочется. Хочется совсем такой легкий-легкий супчик. Можно было бы с клёцками сделать. Ты же в прошлый раз ела с клёцками, да, по-моему, да? Да. Думаю, ай, нет. Скажет, придет, скажет, ты что, бесконечно клёцки ешь? Или не? Или все тот же суп. Вот. Ну вот такие вот. Так.
хотела показать, как варится. Не получилось. Не получилось. Шнячий мой домой не приходит совершенно. Тепло. Тепло, да. Тепло, не хочет домой. Так, это надо, наверное, поставить так, чтобы вам тоже было видно, а не одной мне. Там варится, тут жарится. Где мои очки, чтобы увидеть хорошо? Угу, все хорошо. Вот. Ну, я пока занята, потом сварю. Ты как раз доешь, я потом тебе сварю кофе. Хорошо. А, я-то знаю, что я была в этом. Я ж поехала на той неделе к Великому. Ага. Повезла сапоги свои в ремонт. Наконец-таки, за все лето я не собралась. Ну, да, ты собирала. Но не собралась. 20 рублей отдала. 20 рублей. Ну, я думаю, что он хорошо сделает, этот парень. Не зря я туда потянулась, черт знает. Ну и пошла там, конечно, в фикс-прайс ходила. Вот, и... Потому что хотела домики. Домики, гирлянду. Вот что-то мне запало, она в душу. Смотрела «Россиян». Ну, купила. Выбирали с Орешей через телефон. Ну, домой привезла, сняла тут видео с ней. Потом подумала, надо мне мальчишка подарить. Раз я елку большую ставить не буду. Вот. Они такие красивые. Думаю, подарю я их мальчишкам на Новый год. Не знаю, что еще в подарок покупать. В прошлом году так Оришка мне говорила, ты только не на конфет не накупливай, потому что мне дадут два подарка. Ну, в прошлом году вот Костя еще приносила, а в этом году он уже неофициально работает. Ну, ему никто подарки не даст. Так что решила, что это, но конфет можно будет каких-то, не знаю. Вот. Смотрю, пока еще ни в фикс-прайсе ничего интересного не видела, ни в Валберисе. Что-то вот этой фирмы, которую я брала, чудо. Как оно? Как-то оно называется? Маленькое. Маленькое чудо это. А дай-ка мне ложку, а? Ложку дай мне. А, ты помидоры еще не съела? Дай там маленькую черненькую с мойки. Маленькую черненькую. Мойку. Там, где в сушке. В сушке. Вон туда. Надо снимать уже пенку. Надо пенку уже снимать. Вот. Так, сейчас, по-моему, я спалю этот самый. Вот, и... Я там зашла, там еще магазин каких-то самых дешевых товаров. Угу. Вот. И ты знаешь, что там кофе 2 с копейками. Маленькая пачка. Вот эта, которую продают за 4, Коля продает на базаре. Жакей. 100-граммовая. Да, 100-граммовая, да. Жакей этот. 2,60. Но... А только фиолетовая, а остальные уже 4,60. Ага. Ну, 2,60 нормально. Ну тогда. У нас в фикс прайсе 2,20 бариста. Бариста тоже 100 граммовые. 75. Понятно. Баристу никогда не пила. То же самое, что жаки. Жаки. Один к одному. Ну что, наверное, хватит жарить. А то я буду жарить и спалю. Ну что там будет, интересно. Будет еще пенка или нет? А то я сейчас заброшу лук и потом буду снимать вместе с морковкой. Так. А ты отдельно? Макароны отдельно? У меня осталось. А-а-а.
А у меня салат обычно уходит быстрее. Малынь завезла вот пачку палочек, этих внутри с шоколадом. Что ж это за палочки такие? Я таких не видела. А это такие, как палки. Ну, я понимаю, но я не видела никогда, чтоб еще... И внутри с шоколадом. Еще с добавками, с какими-то. Рубль 68 стоит. Ну, а это самое, два сока. И два сырочка. Ну, два сырочка я ориши. Чисто ориши. Это самое, мальчишек не пускает на улицу? На сырость на эту. Я когда пришла, это сама, мне Максима открывал двери. На улице гулял. Я думала, баба Лена, это Костина, на пенсию пошла. Мы что-то с ней разговаривали тогда, она говорила. Ни одного дня работать не буду. Я думала, что она уже на пенсии, Аришка. Я еще спрашиваю, говорю, бабушка приходит к вам? А она говорит, это самое, ну, приходила, но она ж работает. Я говорю, как? Да, она работает. Ну, она говорит, нет, там как-то вот по годам она уже вроде бы уже отработала, а нет, по стажу, в общем, я не поняла. По стажу, по годам как-то уже, и говорит, работает. Так, ну что, здесь у меня курица, потом она сварится, я ее оборву, мяско порежу маленькими кусочками. А сюда, ну что делать? Клёцки сделать или макарошки туда забросить? Как вы думаете, что мне туда сделать? Так, ладно, пока я буду думать, я лучше сварю это самое. Лена, кофе. Так, будь другом потом, когда съешь, закинь лучину в лучину, а это самое, это в морозилку. Так, и это не люблю, когда у меня тут стоит, а я тебе сварю пока кофе. А ты салат свой доедай. Куда-нибудь, где место есть, туда и забрось. Ну, если на верхнюю положила, если что. Хорошо. Хорошо. Ну, что хотела я сказать. Вот три банки с вареньем, то, что я у тебя забирала. Ну. А все три вишневые. Все три вишневые? Ага. Ясно. А я думала, еще думаю, наверное, я тебе отдала все три банки, и там, наверное, банка сливового. А я же сливу варила специально для того, чтобы... Каракуль сделать? Да, да. Потому что он со сладким вареньем невкусно, а вишня, она с костями. Я же ее с костями варила. Ну. Вот. И думаю, наверное, я тебе сливу отдала. Все три вишня. Ну, я все три не открывала, но я вот так уже разболтала, посмотрела. Ну, понятно. Ну, какое есть, такое есть. Это Вася привозил это самое тогда мне вишню. В прошлом году, по-моему, привез много-много. Я тогда варенье сварила с нее. Так. Я люблю вишневое варенье, это не порога. Ну, я тоже люблю вишневое варенье, но оно просто никуда. Просто никуда. А я тут, я говорю, что вот с улицы как пришла... А, как Ариша говорила, я хоть пирог испеку, свежий. Кусь. А, ну да, кусит фу. Спасибо. На здоровье. На здоровье.
Машка только говорит, мама кушать не хочет. Я говорю, у меня ничего нету, я не готовила. Ничего. Она говорит, мама не хочет кушать. Я говорю, а я люблю кормить. Хочет она или не хочет. И опять не меня это. Слушай, что это, дождь пошел, что ли? Прямо дорожка стала мокрая. Да. А, точно, вон на этом самом, на водоеме. Ага. На водоеме. Сейчас я... Бери себе кружку, сейчас кофе будет готов. Сейчас будет готов кофе. Я не пью. Я завязала. Потому что я уже сегодня два раза пила. Я уже думала, может быть, в Три Цены сходить. Я в прошлом году видела, я себе купила новогоднюю кружку. И видела маленькие кружечки такие, вот поменьше. И в коробочке они были упакованы новогодние, красивенькие такие. Думаю, может, мальчишкам кружечки купить. Они ж там бьют бесконечно. Мишка этот, хулиганишка. Он же все на свете бьет. Он не успеет это самое... Она поставит компот, он его разольет. Я им отдала, как-то Аришка говорит, уже кружек нет, подарила кружку в прошлом году, такую красивую новую кружку, большую. Косте понравилось. Мишка разбил. Разбил. От Фаберлик кружка была. Вот. А это самое... А я тут кружки, которые я не привозила, а такие, которые я покупала. Я говорю, на тебе все эти кружки. Она говорит, что на разбой. Я говорю, ну да, мне уже их как бы то не жалко, это ж все-таки свои такие, а не привезенные. Привезенные, говорю, даже не трогайте. Так вот, когда хочет, я тогда им вот эти вот. И стакашки тоже, да, отдала такие, просто прозрачные. Я им хрусталь отдавала, а они вернули мне назад его. Чего? А говорит, а мы не пьем, нам не надо. Я это самое собрала 6 фужеров, которые у меня вот такие вот. Она там лежит, в газету завернута. Вот такие вот фужерчики и такие же рюмочки. Я Аришке... Я помню. Я Аришке отдавала это самое. А она, когда переезжали, мне отдали. И так оно осталось у меня. Я говорю, ну, вам не надо, так не надо. А сама пользуюсь то, что надарили простыми, совершенно простыми. Так, чего я кручусь тут? Кручусь, чтобы не спиной стоять к этому самому, к видео. Так, суп варится. Это же надо, чтобы все сварилось, а потом уже только макарешки закинуть сюда. Мясо ж... дольше варится. Сейчас надо закрыть. Закрыть крышечкой. Где крышка? А где крышка? Это? Это. Чем она такая грязная? Я же ее вроде мыла. Чем она такая грязная? В потемках, наверное, мыла. На ощупь? На ощупь, да. Может, на ощупь мыла. Так, я прикрою, пускай потихонечку варится. Раз я тебя накормила, мне уже торопиться теперь некуда. Вот. Ладно, мои хорошие. Поговорим мы потихонечку. Ой, сейчас кофе сбежит. Без вас. Много сварила, да? Ну, половину выпей, половину потом выпьешь. Все, мои хорошие. Мы будем немножко сплетничать. Поэтому это будет без вас. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Вам здоровья, хорошего настроения и хорошей погоды. А у нас дождь пошел.